Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Васа, Петля. Чего ему? Васа, Петля. Вот. Черт возьми, ты что творишь тут? Ничего, сержант. Что-что? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант. Эй, а ты не лезь! Эй, стой! Мечисон! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Римагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что также опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлс, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Сам заложу. Следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. Сюда! Тут прекрасный обзор. Это наш сигнал. Грузовики на подходе. На дороге нацистский транспорт. Говард! Сюда! Бомбы привязаны. Ждем сигнала Пирсона. Погоди. Пусть выйдут на позицию. Пирсон ждет большой сюрприз. Thank you.
Держись, дружище! Аэла, готовься выдвигаться. Говард, зачистите Дэниел, дорогу. Дэниел, аптечка. Стайлз, ты со мной. Да, сэр. Пошли. Ворота в 3 часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Эй, не шумите. Берегитесь патрулей. Едем! Нас впереди! Около главных ворот 2 высоких точки. Тише, кругом крауты. Надо найти способ проникнуть на базу. Добрались. Осталось только найти хорошую позицию у ворот. Oh!
Бросаю гранату! Гранате! Осматривай территорию, ищи цели. Персон, приближайся! Дэниелс, Пирсон хочет, аптечка. Чтобы мы заняли башню и прикрывали его. Когда сможешь!
происходило? С евреями они не церемонятся. Спокойно, не дергайся. Успели. Ты как? Цусман у них. Жаль его, но надо атаковать последний грузовик. Нет, 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 ты никуда не пойдешь. Цусмана взяли! Задание это главное! Я его не брошу! Нельзя терять грузовик! Нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерть. А может, я окажу нам всем услугу. Закончу. Держат! Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Ты сделал все, что мог. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Amerikaner. Точка.
Verfrachtet die alle auf den Zug! Seid die Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Кассерине. На Кассерине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но, спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр? Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм. Ты в порядке, Ред? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Ред. Вы настоящий герой. До конца? До конца.